Друзья, ну буквально не прошло и полдня, нужно сказать, что приняты меры определенные, и Центральный банк завтра, во вторник, проведет экстренное заседание, рассмотрит вопрос о ключевой ставке. В 11:30 будет принято решение. Обломали наш Центральный банк, но единственный вопрос остается, зачем в пятницу выступал Заботкин и говорил о финансовой стабильности, зачем после комментариев Максима Орешкина из администрации президента Центральный банк снова заявил, что риска финансовой стабильности в ослаблении рубля нет. Судя по всему, он есть. И главный вопрос завтра, насколько поднимет Центральный банк ключевую ставку. Я думаю, рынок уже не устроит даже 10%. Ключевая ставка, скорее всего, нужно поднять в зону положительную, выше того, что есть на рынке облигаций федерального займа. И тогда, наверное, это успокоит в какой-то степени ситуацию. Плюс еще дополнительные меры по регулированию операций на валютном рынке. Вот это тогда стабилизирует действительно обстановку. Всего доброго.